Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Зачастую у представителей этого имени отсутствует способность к творческому мышлению. Но бывает так, что накопленная энергетика после отдыха или спортивных игр резко придает энтузиазм в творческих направлениях. Но этот порыв действует недолго. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Если буква «Е» является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Для людей с таким именем благоприятны контакты с людьми, чьими числами являются 6 или 9, то есть родившимися 5, 15, 24, 9, 18, 27 числа каждого месяца. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Буква «Е» считается символом естественности и гибкости. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Люди с этим именем прежде всего стремятся окружить себя любовью своих близких и дружбой веселых, жизнерадостных людей, способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук «Б» в этом имени иногда связывает с упрямством и упорством. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.